Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 9 мая 2024 года. Я долго пыталась скачать свой собственный клип с YouTube, чтобы поставить его снова, но ничего не вышло. И потому я приняла другое решение. Я хочу этот клип как бы через телефон запустить. Я думаю, что все будет нормально. Ну, конечно, для всех нас, вы же понимаете, для всех жителей, кто, у кого бабушки, дедушки, у кого там родители участвовали в этой войне, вот это не забыть никогда. Ну и вообще, как бы эту войну, мы как бы Первую мировую это забыли, ну, потому что это было вроде давно. А эту войну, я думаю, никогда не забудем. И поэтому на эту тему еще будут сочиняться какие-то песни, будут делаться какие-то фильмы новые, с новым видением. И вот сегодня я хочу для вас запустить клип. Ну, я вообще делала много передач, еще давно, наверное, лет 9 назад. И они вечные теперь уже. Я хочу запустить клип нового планетарного телевидения. Клип с песней, который называется... Вы только вдумайтесь, пожалуйста, в слова. Вот что такое простота? Не какие-то лозунги там, не какие-то призывы, вот, не какие-то там восторги. А вот такой клип, который называется «Они защищали, они нас любили». Вы знаете, само вот слово, это, конечно, гениально. Это вот придумал, я редактировала, придумал такой Василий Пугачёв. И вот в этих словах «они защищали», ну, можно было бы поставить «потому что они нас любили». И все, что происходило, это все делалось из любви к родным и близким. И вообще, все это вот люди гибнут и погибают на фронтах только потому, что они кого-то любят. Ради кого-то и ради чего-то. Не просто же так все делается. Итак, внимание, я включаю этот клип, и мы его смотрим. Сейчас я нажму. Надеюсь, что звук будет нормальный. Никак. Сейчас, секундочку. О, не так. Ага, извините. Сейчас мы сделаем все как надо. Вот оно. Так. Ну вот, поехали. Это вот Нона играет. Ее уже нет на этом свете. Это дети, которых я снимала. Родину нашу от бед сохранили, отважно и смело, каждый шел снова в бой. В слове и деле был каждый герой. Стояли все вместе, один за другого, и умирали ради дома родного. Пули свистели, смерть шла напролом, снаряды летели, взрывали родительский дом. Так слово тем смелым, кто жизни жалел, так слово отважным, кто отступить не посмел, так слово героям, кто Русь защитил, так слово всем тем, кто ради нас победил. Современные ребята и хроника. Солдат ради близких, для друга, для брата. Жизни своей не щадила фашистам, настала расплата. Верили люди в победу навек. За свободу, за жизнь воевал солдат-человек. Солдат-человек. Чтобы великой России сыны видели светлые мирные сны. Очень сильно. Так слово тем смелым, кто жизни жалел,
Друзья мои, ну вот вы прослушали, я надеюсь, что он слышен, этот клип. Вы знаете, это было очень великое время, творческое время, когда мы все вместе, и плохие люди, и хорошие, неважно какие, разные, многих уже вот нет, и осталась уже одна я, одна тут, вот, но неважно. Все вместе мы, вдохновленные вот этой темой, сделали такой видеоклип. Написал первые стихи Василий Пугачев, я их редактировала. И плюс еще там ряд фильмов было сделано тоже на эту тему. И там молодые мальчики, которые вот вырывали вахта памяти. В Смоленском я ездила, вырывали они трупы там, как они сказали, самих себя вырываем. Вот такое поздравление, оно не торжественное, может быть, а такое воспоминание. Немножко даже где-то, знаете, такое тронувшее сердце любого человека. Поэтому я даже себя тут не являю и незачем, потому что я в этой войне не участвовала, но я всем сердцем, как это сказать, с теми, кто там воевал и кто защищал свою родину. Всего доброго, дорогие друзья. С вами была Мария Карпинская с клипом «Они защищали, они нас любили» к 9 мая. И я вас всех поздравляю с этим праздником. Пусть он будет таким задумчивым. Есть над чем задуматься, есть что вспомнить. Вспомнить своих предков, прабабушек, может быть, дедушек, прабабушек, прадедушек, родителей, если вы в возрасте. Всего доброго.